Итак, после «Эры Альтрона» могучего эпического фильма на очереди «Человек-муравей», не уступающий по накалу другим творениям Марвел, но при этом исполненный в старом добром жанре фильма «Ограбление». Если не выкрасть желтого шершня, Даррен Кросс выпустит чудовище и посеет хаос. Хэнк Пим делает все возможное, чтобы его изобретение не попало в плохие руки. Нужно совершить кражу века, проникнуть в секретную лабораторию и похитить разработки. Кто нам нужен? Один липовый охранник в здании, хакер, который влезет в систему, и еще водитель. Ну нет уж, только не эти три копытных. Все путем. Сигнализация молчит. Добро пожаловать домой. Ты в курсе, что его взяли на краже миксера для молочных коктейлей? 2 миксеров. Боже мой. Сюсюкать с ним некогда. Нужно учиться бить. Может, ты мне покажешь? Да. Вот так примерно. Остынь, слышь. Не надо кипишить. Мы свое дело знаем. Я думаю, Скотт не от хорошей жизни взял нашу троицу в помощники. Они справятся. Да, справимся. Смогла его оформить? Да, охранником. Официально? Охрана. С формой? Дело обречено. О, да это ж чума вообще!